Принято считать, что в древности признавали только простое и эффективное оружие, а сложные системы не приживались. По большей части так оно и было, поскольку основная задача оружия – как можно быстрее отправить врага на тот свет. Но экзотические его представители все же существовали и зачастую справлялись со своей задачей ничуть не хуже обычных. Одни нестандартные орудия убийства создавались для специфических, узконаправленных целей, другие – в качестве оригинальной инновации, а особенно на поприще изобретений подобных предметов отличились Индия, Китай и Япония. Представляю вашему вниманию 10 самых необычных видов экзотического оружия древних времен. Каладий – меч или кинжал с двумя клинками, которым сражались индийские кшатрии из клана Раджпутов. Оружие предназначалось как для колющих, так и для режущих ударов. У некоторых видов каладий рукоять представляла из себя стилизованный шипастый кастет. Чокону – одно из самых знаменитых экзотических оружий. Китайский многозарядный арбалет, принцип работы которого унаследовали современные автоматы. В магазин заряжалось от 10 деревянных болтов, которые выстреливались по очереди за 15 секунд. Точность и дальность у чокону были никакие, но это с лихвой компенсировалось скорострельностью и количеством снарядов. Уруми – еще одна экзотика родом из Индии. Меч-плеть или меч-пояс. Сделанный из потрясающе гибкого металла, он давал владельцу огромное преимущество в бою, позволяя огибать щиты и традиционные мечи. Впрочем, чтобы как следует освоить уруми, требовались годы усердных тренировок, иначе оружие обращалось против своего хозяина. Аль-Рамах – средневековый прототип торпеды, разработанный сирийским ученым Хасаном Аль-Рамахом в 18 веке. Она представляла из себя закрытый металлический сосуд, забитый порохом и селитрой, и направляемый примитивной ракетой на корабли противника. Неизвестно, насколько эффективно подобная торпеда была в действии, но принцип впечатляет. Пчелиный рой – еще одно оружие массового поражения от сумрачного китайского гения. Продолговатый футляр заполнялся тремя десятками стрел с небольшими ракетами около наконечника. Они поджигались и запускались одновременно, с нулевой точностью. Главное, что в направлении противника. Это тот самый случай, когда стрел, заслонивший солнце, не просто метафора. Атлатль, он же копьеметалка, одно из древнейших орудий убийства в мире, работающее по принципу пращи. В атлатль из гибкого дерева заряжались небольшие дротики, и благодаря принципу рычага они метались гораздо дальше, чем пущенные рукой. Их использовали еще с эпохи позднего палеолита, около 15 тысяч лет до нашей эры. Какуте – японское шипастое кольцо, своеобразный кастет для ниндзя. Какуте легко маскировались под обычные перстни, поворачиваясь шипами наверх перед боем. Шипы зачастую смазывались ядом. Летящий ворон – очередная вариация китайской артиллерии с ракетами, иногда замаскированными под ворон для обмана противника. Оно было описано в трактате «Руководство огненного дракона», созданном китайским стратегом Лю Цзы. Ракеты-вороны набивались порохом так плотно, что взрыв был виден и слышен с огромного расстояния. Содагарами – японский боевой багор, используемый самураями и стражей. Оружие нелетальное, хоть и покрыто шипами. Основное предназначение содагарами состояло в том, чтобы повалить нарушителя закона на землю и удерживать его необходимое время. Греческий огонь был создан в Византийской империи для морских баталий. Этот древний прототип напалма представлял из себя чудовищную смесь нефти, серы и негашенной извести, хотя точный рецепт был утерян. Греческий огонь давал византийцам огромное преимущество на море, жадно пожирая корабли противников и продолжая гореть даже на поверхности воды.